Спасибо вам огромное. Без вас никуда. Сказать спасибо врачам – это так важно. А еще важнее – сделать полезное дело для медицинских работников, на плечи которых легла основная нагрузка по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня работа занимает все их время. Более 3000 бутылок питьевой воды доставили в больницы. Это масштабная региональная акция, которую реализует региональное отделение «Единой России». Сейчас как раз тот период, когда наше сплочение, наше объединение очень важно для поддержки тех людей, которые сегодня, не побоюсь этого слова, находятся на передовой борьбы с очень неприятной коронавирусной инфекцией. Я очень благодарна всем, кто сегодня участвует, даже в такой, казалось бы, не солнечный день. Сегодня у нас и единороссы, и молодая гвардия, и волонтеры, и многие-многие люди, которые хотят помочь. Поэтому я очень благодарна то, что мы сегодня осуществляем очень благие действия. Благодарна нашей Единой России за то, что мы своей толикой помогаем и врачам, и больным, и тем, кто в этом нуждается. Партийцы привезли одинцовским медикам 4,5 тонны груза, а это без малого 500 упаковок воды. Для областной больницы акция уже третья по счету. Ранее партийцы вручили медикам чайные наборы с выпечкой, конфеты и кофе, средства индивидуальной защиты. Доктора плечо поддержки чувствуют, это и отметил главный врач Андрей Фадеев. Когда ты выходишь из грязной зоны, скажем, из красной зоны, где находишься в контакте с пациентами, ты же там все время находишься в СИЗИ, ты не ешь, не пьешь там. Естественно, выходя, когда там хотя бы минимально у нас будет набор для там вода, чистая питьевая, на питание, естественно, врачи будут, скажем, это улучшает их комфорт на рабочем месте. «Единая Россия и Черноголовка» передают воду в подмосковные больницы с 20 апреля. Всего производители намерены передать в медицинские учреждения Московской области 1 миллион литров воды. Стоит добавить, что «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».